Всем привет, мои дорогие друзья, с вами RadGamer. Ну, с вами RadGamer. И сегодня мы поиграем в Clash Royale. Вот такая игра, кто ее знает, ставьте лайки. Она прикольная, мне понравилась, я хотела сделать про нее видео. Очень интересно. В бой давайте. У меня, я уже собрала фигуру, ну, этих персонажей много. Викинг против меня. Радухи рубить. Ставим мамонта, ну, гиганта. Берем бутеры, нет, вот эти. И вот так. Берем это. Ну, мне нравится эта игра, она прикольная. Вот такая вот. Ну, короче, охранять и ломать чужие эти замки. Но это очень тяжело их охранять, значит. Да, вы понимаете. Сейчас у меня будет фаербол. И я поставлю на его замок. Стреляем. Фаербол на него. Хорошо. Короче, берем скелетика. Ставим скелетик с бомбочком. О, нет, это тот робот, который, да. Ну, вы, наверное, его знаете. У него такие крутые звуки. Вот, дальше. Быстрее эликсир скачивается. Давай. Этот нам поможет. Этот ваш рыцарь. О, да. Это главный момент. Давайте поставим его. Он неплохо дрется, ломает. Он хороший такой боец. И ты думаешь, что так меня остановишь? Мало кажется. Мечтать не вредно. Подожди, я пока это сломаю. Бум. Ставлю скелетика. Давай, скелетик, иди. Ломай, круши. 60 секунд. Мне потом хана, да? Не, никому не хана будет, потому что я думаю, не будет ничего. У меня тут немного таких пациентов. Вот так вот. Вот так вот. Ой. Какие дела? Это ничто же сейчас. Сейчас будет победа! О, нет! Только не победа. Быстрее крушим, ломаем, ломаем, крушим, стреляем, не стреляем. Ведемся, короче, все делаем. Иди. Дам-дам. Дам-дам. О, нет. Викинг победил. Я не такой хороший в этой игре, но все равно она прикольная. Советую поиграть, если вы не играли. Не знаю никакого кита. Вот, ставим этого. Освежает. Вот так. Лучники, лучники не помогут. Ну, стрелы не помогут. Давай. Девчонок ставим, стреляем. Давай быстрее, я не хочу, чтобы мои здания ломали. Так. А это еще что такое? Иди сюда. Сейчас дядька тебе дает по попе. Будет дать по попе. Вот, вот так вот делаем. Ах ты, стрелялка. Не хотел стрелять, короче. Вот такой наглый. А есть подешевле? Есть персонаж подешевле? Думаю, что только подешевле это 3 эфира. Ну ладно. Не моя игра. Не моя проблема.
Не, вы моего маму. Ура! Так, берем базука. Ну, базукершу. И, короче, стреляет. Мы там ставим. Девчонок. Давай, давай, уйди, уйди, уйди. Ты не знаешь, что команда. Уничтожил королевство. Так, ставим его. Скелетика. Нет. Нет, базук еще. Базук. Базука. Давай, давай, стреляйте. Танцуй, танцуй. Давай. Почему это сделал, не знаю. Все равно идем дальше. Продолжаем бить. Стрелять. Ну, хватит. Вот так вот. Быстрее, давай, давай, давай. Уничтожь. Ма. Ничья. Ну прям ничья. Подождите. И я победил. Ну так, два короны. Это не я. Он только одну. Один замок от меня уничтожил. Я все. Ну, не все. У него два замка, потому что хорошо, хорошо. Дальше отмена. Ой, почему я нажала отмена? Ничего. Так. Мама-то. Дальше ставим ее. Нет, давай лучше его. Я думаю, что это не будет так долго. Это ваш бот. Ура! Так быстро мы уничтожили уже. Один замок. Ну это хорошо. Главное, чтобы наши замки не уничтожили. Ура! Ах ты паршивец! Сейчас я тебе дам мамонта по голове. Сейчас мама тебе даст по голове. Видишь, какой наглый? Эгоист. Ах ты. Ставишь мамонта. У меня есть базукерша. Она сейчас его уничтожит. Ну, убьет. Или уничтожит. Все равно. Короче, дальше мутим, крутим. Уничтожаем. Убиваем. Стреляем. Давай. Базукерша против базукерша и ничего. Ладно, лучников поставим. Ну, лучницы. Это же девчонки там были. И ты думаешь, что эти стрелы помогут? Давай. Да, мне это нравится. Это финал. Ой, пока что. Ну ладно. Давай. Один, два, три и... Победа! Это наша. Три короны, у него ноль. Мы, короче, победители. Супер победители. Ну ладно, на этом все, мои дорогие друзья. С вами был Рады Геймер. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Ой, всем пока. Пока.